Всем привет! Идем на следующее задание. Нужно еще одно место почистить. Экспансия Форпост Зимонджа. Что-то тут какая-то электровышка или просто вышка. Кто в теремочке живет? Радиационный медведь с радиационной лисичкой. Бумер. Лови. Лови. Тебя прям на голове граната разорвалась. Ой, это что такое? Во, кто такой устроил? Не бумер ли случайно? Я тебя сейчас вылечу молоточком. И что захотели? Активировать маяк. А у меня барахла, интересно, хватит на маяк? Я ж его вроде вытряхнул весь. Тут даже коммуникации маломальские есть. Ладно, тут только построить один маяк. Всего-то один маяк. Что тут есть? Ни хрена интересного. Да блин, чё это не включается? Ух ты. Вы нашли выпуск невероятно потрясающей истории. Урон в ночное время на 5% выше. Надо построить маячок. Где-нибудь поближе. Чик. Отлично. Тут уже немного построек есть, не особо строить-то нечего. Так, натыкать потом пушек. Все, поехали говорить, что задание сделано.
будет супер короткое, наверное, задание. Место расчищено и маяк поставлен. Ой, как он тяжело встает. Аж шатается. Прекрасно, как только у людей появится своя земля, появится и желание защищать ее. У меня есть еще одна работенка. Давай свою карту я поставлю метку. Уйди. Где-то тут уровень надо этого скачать. Модификацию ближнего боя. И прокачать молоток. Another settlement has seen where they need our help. Here's where they are. I hope we can help them. We've got to show. По-моему, у меня не хватит мощи его прокачать. Another day in the Commonwealth. Нужна наука. Наука, наука. Наука. Потом науку открою и молоток до самого конца закачаю. А на этом я заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте пальцы большие вверх, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, до новых видео.